В автогородке Центрального парка Люберец сотрудники госавтоинспекции провели профилактический урок для школьников, посвященный правилам дорожного движения. Территории Московской области у нас стартовало комплексное информационно-пропагандистское мероприятие. Называется «Внимание, дети». Сотрудники госавтоинспекции будут проводить различные информационно-пропагандистские мероприятия на тему правил дорожного движения. А сейчас это особенно актуально после летних школьных каникул. Дети еще не адаптированы к интенсивному городскому движению, поэтому мы проводим с ними такие уроки, урок безопасности. Инспекторы начали урок с рассказа о важности соблюдения дорожных знаков и сигналов. Объяснили, как правильно переходить улицу и где это делать безопаснее всего, подарили детям светоотражающие элементы. Такие профилактические занятия в школах городского округа будут проходить до конца сентября. Я знаю правила дорожного движения, я их соблюдаю. Человек должен переходить только на зеленый свет светофора. Перед тем, как переходить дорогу на зебре, нужно посмотреть по сторонам.